Вот почему Нурбек не поставил? Почему не поставил? Вот вы умеете только обвинить, а себя не критикуете. Нет, а ты пришел на них, да? Вот я вот его поведение, как он вот ухмыляет там вопрос. Ну, нельзя так, журналисты. Вопрос нужно задавать по существу. Он сказал вопрос, вы отвечаете. Вы вот когда приговорите, у вас вопрос, и не было у вас на. Вот это не вопрос журналистов. Я хочу сказать членам СДПК, вы уже определитесь, вы за кого, за Атамбаева или Джеймбекова. Мы со своей позиции, стороной, определились. Я это сказал в своем докладе. Мы будем работать вместе с Джеймбековым, вместе проводить конституционную реформу. В итоге решили, что будет так. Я не на стороне Атамбаева или Джеймбекова. Я между ними. Вот такая у меня позиция. Этот человек идет туда, куда дует благоприятный ветер. Всегда такой. То туда, то сюда. Нужна молодежь, а не эти пустословы. Цели Курултая полностью достигнуты. Итоги результата, итоги работы Курултая вызвал очень широкий резонанс среди народа, среди общественности. Какой Курултай? Не слышал, не видел. Про Курултай я тоже не слышал, но я потому что живу в деревне. У нас там по-своему жизнь идет. Уже нашим инициативе этот вопрос мы отправляем. Вот, на кыргызском языке я прочитал. Я так и написал, что необходимо провести расследование по тем данным, которые опубликовал Нурбек Токтокунов по деньгам фонда штаба. Такой же Курултай прошел 26 мая 1996 года. Тогда поднялся дух народа, демократический дух. Спустя 20 лет этот дух вновь возродился. Кто мой дух поднимет? Бекназаров, что ли? Я видел, кто там сидит. Тот же Равшан Жээнбеков, бывший генпрокурор. Как они могут поднять мой дух? Кто привел страну к такому состоянию? Все эти курултайщики разве не заслуживают того, чтобы с ними советовались?